Дети, тети, здрасте. Вот такая куча. Ой, как их. Мамки на зарядку телефонов, планшетов пришла. Это от одного дядьки китайца, это от другого дядьки. Этот честный, этот прислал два одинаковых. То есть 25 разных телефоны, планшеты, тут 49 разных. Ну, этот прислал у нас минус 2. Ну, на один у нас выйдет 6 штук на одну модель. Лишь бы она была ходовой. А остальные по 3. Не, ну то, что он прислал полностью заказ по 3 штуки, 25, все, ну вот 2 одинаковых. А, не, не. Ну да, 6 на один, 6 на другой, это. Ну вот они. Полностью одинаковые. Ну и сверху такая же. Без разницы не видно. А не, извиняюсь. Здесь я разницу сейчас только увидел. Вот этот. Все. Значит, только один набор. То есть вот их разница. Это юбочка, которая выглядывает. Все, разница есть. И извиняюсь. То есть у нас цена 6 разъемов на один будет. Ну и тут куча. А тут полностью все разные. То есть их сначала распределил по расфасовке. То есть вдоль поперек. Потом по цвету. Вот этих упаковок рассмотрел, где одинаковый оттенок упаковки-то и одинаковые разъемы похожие. То есть длинные, короткие выводы. Все они по-разному тут. Вот есть, например, такие длинные и вот, например, короткие. Все по-разному. На обеих оставлю ссылки в описании. Толку мне от них никакого. Ну, будете знать, что у этого, и кто-то уже оставлял отзыв у этого продавца. Ну, решил проверить. Этого продавца отзыв, то, что одинаковые приходят. Ну, на этого отзыв был нормальный. Все, но это обошлось 300 с чем-то гривен. Как-то так. Такой наборчик. Но ничего, зато теперь будет что поменять. А то люди приносят планшеты особенно. Принесли, а там разъем, особенно эта внутренность, которая там внутри раздолбана, контакты перепутаны, кто знает по какому, между собой. Ну или выламывается, то сейчас есть чем заменить. Так что вот такое типа, ой, типа рекламы, наверное, во. Так что всем большущий привет, самое главное, не болейте и до свидания. А дяди Сережи, который заказывает их, ну, я через него заказываю. Спасибо тебе. Ой, что помог. А то моя карта что-то не принимает. Вернее, мою карту. Там с кредитом, за границу. Ой, не хочу морочиться. Он заказывает, то есть через него проще. И ему там что-то капает. Это вот пришло, запаковано. Ну, запаковали хорошо. Хотя тут нечем убиться, но хорошо запаковали. Простите, что так задержал ваше время. До свидания.